фамилия это? Моя? Белов. Твою-то мы знаем, слава богу. Этого, которого ты хочешь... А? Его Великов. Великов, хорошо. А что это ты вдруг порезался? Ни с того ни с сего сразу такой активный. Воспитали меня, значит? Кто воспитал? Вы кто? Ну-ну. Адрес пишите. Это что? Колония. Ясно. Вот, Илья Ефимович, а к вам писать-то надо? Тут можно сказать, что голову ломаешь с этим наставничеством. А человек сам приходит в завком и просит направить его не куда-нибудь, а в колонию для несовершеннолетних. Да? Да. Хочет взять шефство над пареньком, который нуждается в совете старшего товарища. Виктор Семенович, у меня к вам будет просьба. Можно в этом деле особенно не звонить? Ну что ж, пожалуйста. Это вас тоже касается, что вы знаете, лишнего звона не было. Хорошо, хорошо, звона не будет. А то ведь я как записался, так могу и выписаться обратно. Предупреждаю. Ну хорошо, хорошо. Да-да, все в порядке. Длительное свидание у них. Потапов разрешение подписал. Вот ключи. А я следил во второй. Проходите. Там кухня и два комплекта посуды. Ну, располагайтесь. Время свидания 8 часов. В случае чего позвоните. Послушайте.